Аят Байрам Олса. И жизнь превратится в праздник. Уверен, что эта песня сделает ваш день радостным. Ну а мы продолжаем наш концерт по заявкам радиослушателей. Катя Матвеева из Воронежа просит поставить для своей мамы, работающей на стройке атомной станции в Турции, ее любимую песню французской певицы «ЗАЗ». В этой песне говорится о свободе от материальных благ и стремлении души человеческой к свету. Мы с удовольствием исполняем эту заявку. C'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle pour et tu sais franche. Excusez-moi. Papara, papara. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre de l'un des bois. Regardez-moi. Toute ma guerre, je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Papara, papara. La joie de la bonne mère. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je crevais la main sur le cœur. Papara, papara. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Что ж, наш концерт подошел к концу. Мы ждем ваших отзывов, предложений и, конечно же, новых заявок. И помните, нам песня «Строить и жить» помогает. До новых встреч в эфире!